Я сверну тебе шею своими руками. Бойся встречи со мной. Может, он даже не существует. Васкес. Мы даже не можем предполагать, где он появится в следующий раз. Если Кейн доберется до него, от розового линии кусочек не останется в Иллинойсе. А что такое знает Ленни? Просто найди Ленни. Это вопрос времени, но Васкес доберется до тебя. Всем привет, ребятки, с вами Алекс Уайт. Итак, наконец-то дошла очередь до игры Driver 2. Так, интересный перевод здесь, конечно, в этой версии. Не стал уж искать совсем какой-нибудь лучший, хороший, не знаю, есть ли он и нет. Но, в принципе, и так сойдет. У нас, я смотрю, миссия называется «Махинации». Простая поездка называется «Прокатимся». Гопы. Ой, гопы. Копы гоняются. Так, ладно. Шутки в сторону. Че, поедем тогда на «Махинации», что ли? Начнем новую игру. Прокатимся по, наверное, парочку миссий, как обычно, в принципе. Ты бы видел лицо этого парня. Ему было очень больно. Я приставил пистолет к его лбу между глаз и дал ему немножко потрепаться. Я заставил поволноваться его за свою жизнь. Его голос постоянно срывался. Хотел бы я это записать на кассету. Я говорю тебе, ты сам должен был видеть лицо того парня. Знаешь, что означают эти метки? Джон, знаешь, ты слышал об Альваро Васкесе? Конечно. Бюро взяло Васкеса с поличным. Он занимался рэкетом в Бразилии. Его доход был 200 миллионов в год. Ты когда-нибудь видел Альваро Васкеса? А его фотографии? Нет. Вот то-то и оно. Тот даже у водительских прав не видел. Может, он даже не существует. Может, это просто имя без человека. Все, что я знаю, эти отметины означают. Ты один из них. Это все? Нет. Скажи ему, Тана. Последнему парню сильно достался от ребят Васкеса. Его рот был набит патронами от Маузера. Его челюсти склеились. Вот такой расклад событий. У нас есть свидетель обстрела. Некто по имени Розовой Линии. Он сидел рядом с мертвым телом. Вчера свидетель пришел к нам. Он знает немного больше, чем говорит. И о Пинке Лене тоже. Собери свою команду и потряси. Только аккуратно. Клуб, заставь кого-нибудь расколоться и объясни, почему вымогатель из Бразилии становится лидером в Чикаго. Слушай, у нас что-то назревает. Я нашел свидетеля. Он действительно что-то знает. Готовься к действию. Поймай его, пока он избежал. Итак, ну что, наконец-то передали нам управление игрой.
Так, что, поедем, как обычно, включим карту сначала. Так, как лучше доехать, да? Ну, в общем, будем ехать, просто ехать куда-нибудь, и все. Как получится, так и поедем. Да, фишка прикольная, то, что можно выходить уже из автомобиля и бегать. Это, конечно, очень радует. Графика уже поинтереснее все-таки. Ну, чуть-чуть подтянутее, конечно, стало такая. Все-таки да, немного поприятнее, по-моему, выглядит, по крайней мере, мне так кажется. По сравнению с первой частью, конечно же. Ну, в принципе, и первая часть, наверное, достаточно хороша. Смотри, чуть-чуть не сбил его, а? Что-то я даже уже не помню, по-моему, тут как раз-таки сбивать вообще, по-моему, никого не получится ни разу. Насколько я помню. Все будут так вот тупо убегать. Так, мы что там, правильно, нет, едем-то? А, ну да, в принципе, правильно. В этот раз уже хорошо сделали то, что нажимая... Вот, чуть-чуть не въехал. Нажимая на старт, чтобы посмотреть карту, нам уже не приходится столько действий делать, там, спускаться там вниз, переключать, да? Но можно, конечно, было нажать пару раз вверх, чтобы переключиться именно на... уже конкретно на карту. А здесь сразу после нажатия можно просто одним нажатием практически... Сколько слов нажатия, нажатия, перейти на карту наконец-таки. Все-таки попроще, как-никак. Ну, это, конечно, мелочи. Так, я что-то тороплюсь, а у нас... А, нет, все правильно. Мне почему-то показалось поначалу, что время идет на обратное пребывание. Можно автобус угнать, по-моему, насколько я помню. Так, садись в машину, Джон, да? Значит. А чё ты там застрял-то еще? Отлично, свидетель все еще здесь. А свидетель, насколько я помню, это вот как раз следующий. Ну, в машине сидит, которая впереди нас. Блин, чё это нажимают. Так, далее. Он убегает. Он переходит улицу по садам. Взять его. Так, насколько я помню, сейчас нужно будет ехать на каком-то определенном, по-моему, расстоянии, или все-таки, или нет. Нет, походу дела нужно его догнать и... нахереначить так, чтобы... чтобы машина его больше никуда не смогла ехать. Ой-ой, что-то он угоняет. Я плохо справился с этим. Давайте начнем заново. Он убегает. Он переходит улицу по садам. Взять его. Да, поначалу подумал, что сейчас будет миссия все-таки та, где нужно будет следить за ним, а тут все-таки нет, это нужно догнать его и расфигачить ему всю машину, чтобы он не смог одна дальше вообще куда-то угнать. Тут бы разъезжались, что ли, а то еду прям как на танк напролом. Смотри, смотри, что он хотел сделать, обманный трюк такой. Давай. Догоняй. Эх, тихо врезаться нельзя. А то он сразу по-любому уедет. Далеко от нас, и мы хрен уже догоним его на этот раз. Так, ну чё? Ага, что-то интересное сейчас произойдет. Я
А играл уже в нее все-таки очень давно и не помню всех моментов уже. А, сейчас нам что ли за поездом придется гнать? Или что? Отлично, он сел на поезд. Мы потеряли. Оставайся в поезде. Возьмем, когда он будет уходить, мы не бьем. Итак, миссия за поездом. Так я и думал, что сейчас она будет. А, блин, эти кучи. Бесячие кучи. Песка, который кто-то тут раскидал его, не знаю. Несколько КАМАЗов кто-то тут навысыпал, в общем, этой хрени здесь. Что-то, походу, дело собирались строить, наверное. Ну и так, специально, что. Насыпали, думают, ага. Точно, ему сейчас придется здесь гнаться за поездом. Давайте-ка мы насыпем тут говнеца какого-нибудь. Да ты куда ты поворачиваешь-то, вот урод, а? И смотри, это мне повезло, что в принципе сейчас здесь поворот такой. И в этом повороте поезд немножко притормозил. То есть он сейчас вроде как не должен успеть далеко уехать от нас. Совсем нормальный человек, то есть встречку даже не пропустил, да, и просто начал поворачивать. Зачем ему? Он еще и, смотри, они еще сигналят мне в ответку. Так, нет, стоп, не сюда заворачивать. Блин, вообще тогда, по сути, можно было не заворачивать. У нас там колпак отлетел. Как сейчас ездить без него? Некрасиво же. Нет, где-то. А, да, вот он точно. Опа, тихо, чуть-чуть. Я бы досмотрел бы, куда-нибудь въехал бы в стену, да. Коробки, бумаги, бочки. Чего только тут нету. Так, вот практически я еду вообще вровень с ним. И интересно, сейчас я даже чуть-чуть погнал его. Куда же он сейчас повернет? Тут у нас развилка такая. Придется подождать его. Ага, налево. Так. Экстренное торможение. Экстренно, а то бы так он сейчас долго очень тормозил. Быстрее бежим наверх, быстрее. И отлично получилось. Есть. Отлично. Так, ну что? В принципе, достаточно интересно получилось вспомнить то, что когда-то мы играли часами. Не знаю, сутками кто-то, может, играл. Ну, в общем, как-то так все получилось. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ждите серию третьей части. Всем пока-пока. Ты спрашиваешь, как я добрался? Ну, добрался я хорошо, если не считать... А после всего, когда я уже был оторвался? За сегодняшний вечер мне пришлось пережить многое. Впредь подумай хорошо, прежде чем спрашивать, как я добрался до тебя. Вы там пока что другие видосы на канале посмотрите, а я полетел в третью часть.